Для учеников новогодние праздники начались. Музыкально-интерактивная программа прошла в Красковском культурном центре. Дети посетили гостиную сказочных героев. Подробнее расскажет наш корреспондент. Уютный камин, новогодние украшения и главная виновница торжества – нарядная елка. Вот так встречают детей Дед Мороз и Снегурочка в Красковском культурном центре, который перевоплотился в гостиную сказочных героев. Тут и Баба-Яга, и Зима, которые провожали школьников в увлекательное путешествие. Мы сегодня пришли на праздник. У нас тут Снегурочка, Зима и Баба-Яга. Мы ждем Деда Мороза. Мне очень нравится праздник. Мне очень здесь нравится. Мы больше всего ждали Деда Мороза и подарки. Такой праздник организован в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». В музыкально-интерактивную программу для детей вошли танцы, загадки и, самое главное, хоровод вокруг сказочных героев. Вот сегодня мы пригласили ребят в гостиную к Деду Морозу. У нас проходит интерактивно-музыкальная программа. Веселые игры для детей, конкурсы, хороводы. И такой веселый праздник, чтобы поднять настроение, чтобы у ребят было новогоднее настроение, ощущение волшебства, праздника. Надеемся, у нас это получится, и дети останутся довольны. Такие встречи школьников со сказочными героями продлятся до конца декабря. В конце праздника ученики написали письма с пожеланиями на следующий год, после чего каждому вручили сладкие подарки. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.